Это новости Риви на НТК, и мы продолжаем. Известный продюсер Жан Муканов презентовал свой первый фильм «Свадьба Кизет». Еще в период съемок лента вызвала беса у поклонниц Таукеля Муслима. Уж слишком сладкие у него кадры с Дарьей Александровой. Еще и поцелуй. А актриса открыто нам сказала, им обоим все это было по кайфу. Писали мне в директ, типа, разведенка, ты вообще на кого глаз положила? С ребенком еще? Ты это, давай оставь его. Вся милота и романтика разыгрывалась исключительно для фильма. Ведь по сценарию Таукель Муслим, как и в жизни, объект желания миллионов девушек. Улыбнись, пожалуйста, я тебя очень прошу, улыбнись. Пожалуйста, улыбнись. И когда кандидаток в невесты становится слишком много, надо делать выбор. Кто? Героиня Даши, Аим или Дины? Но только Александровой довелось целоваться с красавцем. Более 5 раз. Дубль за дублем. Машина эвакуатора ехала. И то не вовремя, то он пибикнул, то еще что-то. Ну, спасибо ему. Ну, мы кайфанули, мне кажется. Хороший поцелуй, да. Еще поцеловалась. Господи, Даша, остановись, хватит уже. Поцелуй, может, и хороший, но короткий. Из Жанар Дугаловой он длился не 2, а 20 секунд. К слову, сам Таукель на примере фильма не появился, но это не мешало говорить о нем. Актерская игра у него изменилась, понимаете? И я вижу, что этот человек уже готов играть нетипичные для него роли. Легкая, веселая, действительно семейная, однозначно романтичная комедия. Тем не менее, Жан Муканов весь предпоказ был как на иголках. Ошибки первой ласточки видит сам. Я вообще понял, что фильм – это сценарий в первую очередь. В первую очередь. Хороший фильм – это сценарий, сценарий, еще раз сценарий. В 2019 году Жан собирается снять аж 4 фильма на свой страх и риск. Мне легче 3 национальные премии провести, чем снять один фильм. 2 сценария уже готовы. Ну а пока посмотрим, какие кассовые сборы будут у «Свадьбы Кизет».